Вот такую книжку, называется «Тимур и его команда». Но это, конечно, не для первого класса, а намного сложнее. Но откроем, допустим, где хочешь. Давай вот здесь откроем и начинаем вот здесь читать. Грузовик мчался по широкой солнечной дороге, поставив ноги на чемодан и опираясь на мягкий узел, Ольга сидела в плетеном кресле на коленях. У нее лежал рыжий котенок и теребил лапами букет васильков. У 30-го километра их нагнала походная красноармейская мотоко. Как хороши денежки эти для наших бывших дорог.